доступно после прохождения первой главы. О, ясно. Введи код. Есть две концовки, можно так сказать, опять же. Привет, мои хорошие, с вами снова Гоша, и сегодня у нас карта от подписчика, да, Evil Studio, и оказывается это минус один, а не просто один, да. Оказалось так, да, я, получается, как-то провтыкал. В общем-то, короче, вышло обновление 1.1.0, вроде бы, то есть раньше вроде бы была 1.0.0, сейчас 1.1.0. Я сделаю обзорчик, ну, сегодня, ну и, в принципе, все, да. Я уже делал и на Evil Studio 1 обзоры, и на эту карту я делал обзор, и на обновление теперь сделаю обзор. Ну, а дальше посмотрим, да, как-то так. Ссылку на подписчика я оставлю, естественно, в описании. Ну и давайте-ка приступать к обзору. Итак, погнали. Итак, для начала у нас вот такая вот менюшка. То есть у нас тут легко и сложно. Ну, естественно, мы на легко будем играть. И давайте-ка посмотрим, что тут внизу. Я что-то забыл как-то. Выбор нажим легко. Хорошо. Включить подсказки в текст. Увидеть подсказки можно нажать на кнопку чата. Окей. Первая глава, вторая глава, третья глава. И четвертая глава. Так. Шотов. Первая глава. Поговорить с администратором. Открыть ля-ля-ля. А вторая глава. То есть доступны только две главы. Да. Окей. Доступно после прохождения первой главы. Окей, давайте-ка первую главу пройдем. Может быть, пойдем еще вторую главу. Здесь, получается, мы телепортировались куда-то. В какую-то комнату. Я уже не очень помню, что тут нужно было делать. Я, если что, играю опять шейдерами, да. Уже с которыми я играл. Да, забыл подметить, тут добавлены таблички. То есть таблички, получается, ну, что за двери. Вот. Здесь туалет. А почему самих туалетов нету? Нужна лопата. Ага, уже что-то новенькое, я не помню этого. То есть я много чего вообще не помню, но, по-моему, этого не было. Ага, арбалет и, получается, стрелы. Ну, в принципе, могут пригодиться. Но я и так его запер. Так, ну здесь какая-то библиотека. Я ее не помню. Но ключ от комнаты 3 вроде бы был. Не знаю, не помню. Опять же. Третья комната. Опять же подписано. Вот. Да. Ключ от администратора. Администрация. Так. Здесь книги всякие разные. Здесь он. И здесь получается вот этот вот. Держи ключ от комнаты 666, но про обещание не забывай. Хорошо, но я уже, в принципе, понимаю. Железная лопата. Ага, лопата, в принципе, нам нужна была. Так. Вот так вот. О, вот и наша комната уже знакомая нам. Там раздатчик вагонетки. Это, скорее всего, здесь должен был механизм быть. Ну ладно. Пофиг. А, я арбалетом должен был это сделать. Окей. Значит так, здесь нам нужна была лопата. Что тут у нас? Тут ничего нету. А. Фото. Ага. То есть кого-то убили. Точнее, кого-то убил наш Evil Studio, я не знаю просто даже. Типа, как этого монстра зовут, даже я не знаю. Ну ладно. Так, давайте-ка проедемся. В принципе, ничего тут особо нового нету. Немножко тут изменилось что-то. Ага. Вентиляция была отключена. Окей.
Теперь идем назад. Итак, открой люк после выключения вентиляции. А в смысле открой? А, точно. Понял. Ага, здесь рычаг, здесь какие-то... Вспомнил, я все вспомнил, в принципе. Рычаг что-то активировал. Ага, секретная дверца. А что тут? А тут какая-то беда. Мне кажется, то, что тут этого не должно быть. Ну ладно. Походу опять какие-то баги. О, ясно. Вот и полное прохождение первой главы. Не знаю, что произошло, но вроде как на нас напали. Итак, вторая глава. Это уже для нас новенькая глава. Ага. За нами охотится вот этот вот мародер. Подождите. Лучше не надо. Точка появления. О, давайте-ка тогда уж умрем, потому что у нас осталось все равно мало хп. Кто там это был? Ладно, пофиг. Я в какой-то комнате. Другой. Я думал то, что я в этой же комнате окажусь. Ну ладно. Так, окей. Я не знаю, где мы. Но, я понял. Так, кто там у нас? Еще раз. Кто там это у нас? Враг. Какой-то... Короче, не успел прочитать, но да пофиг. Короче, какой-то еще один враг, я так понимаю. Правда, он какой-то забагованный. Плита из древесины березы. Кстати, я так и не понимаю, для чего нам кувалда? Ладно. Плита из древесины березы. Странно, зачем нам это? Ну ладно. Подсмотреть. Ага, подсмотреть давайте-ка вот чуть-чуть попозже. Ага, здесь нельзя ничего сделать. Здесь свечи. Ага, здесь куда-то вниз можно. Но давайте-ка чуть-чуть попозже. Ага. Это та самая картина, типа, вернуться обратно. Это, в принципе, та же самая картина, то есть... У нас тут происходит действие с этим. Или нет? Короче, я не знаю, наверное, он еще на одну жертву пытается напасть. Те фиг знает. Вот для чего нам. Я понял. Нужно будет посмотреть, что там внизу вообще. Интересно знать просто. Тут, по-моему, кто-то был. Кто-то ходил. Я не вижу. Я не знаю, кто. О, Аксолотли. Так. Ключ от двери с трубой. Система контроля. Ага. Ага, здесь какой-то пароль нужен будет. Окей. Введи код. Окей, чуть-чуть попозже. Ага. Что это? Маленький динамит. Угу. Нам для чего-то он потом понадобится, я так понимаю. Еще один маленький динамит. Только они как-то отдельно кладутся. Ага, медлительность. Типа... это типа можно бросать, я понял. Так, здесь подзорная труба. Не знаю, зачем она... вот для чего. 1489. Ладно. Так, окей. Ладно. 1400... Где 8? 80. Это же 8? 9. Получает рычаг. Ага. 64 рычага. Рычаг. Просто рычаг. Просто какой-то рычаг. Гениально. Интересно, интересно. Дверь с трубой. Ага. Как раз таки то, что нам нужно. Здесь какая-то труба как раз таки. Вы перенеслись в точку. Типа это концовка, все?
Да, мы можем выбраться опять же за карту, я так понимаю. Все, это концовка. Я так понимаю. Ага, это та сарайка, которую мы видели, в принципе, в прошлый раз. Да. Да, это концовка, походу. The End. Без продолжения. Окей. Посмотрим, давайте-ка, что тут есть еще. Вот. Вот эту вот комнату я пропустил. Здесь за картиной что-нибудь есть? Нет. А смысл тогда нам... А-а-а, есть все-таки. Это тот враг. Это еще один, то есть еще один враг получается. Здесь скользкая поверхность и какой-то командный блок. Я так понимаю, здесь сюда куда-то можно... Ага. Ага. Продолжение в третьей главе. А, то есть будут все-таки обновления. То есть нам, получается, убили, что ли? Потому что, ну, как бы, мы на этом. То есть получается так, что есть две концовки, можно так сказать, опять же. Ну, прикольно, прикольно выглядит. Выглядит прикольно. Это можно было бы, кстати, на превьюшку. Типа, почему бы и нет? Типа, вот так вот. Почему бы и нет? Ладно, ну и в принципе получается, что все. Ого, что с текстурками? Видите то же самое, что и я? Ладно, так. Подождите-ка, давайте-ка еще раз проверим кое-что. Здесь мы все посмотрели, да? Ну, получается, что это все. То есть, типа, ну я не понимаю, типа, что за комната такая и... Типа, какая-то инопланетная комната, я не знаю. Что тут? Карта гостя М. Майк. Чего? В общем-то, короче, на этом все. Вот такое вот видео у нас получилось. Ссылку на подписчика я оставлю в описании, то есть ссылку на создателя карты. И, в принципе, все. С вами был Гоша69. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои топовые комментарии. Делитесь роликом с друзьями. Также не забывайте нажимать на колокольчик. Ждите новых видеороликов. Всем удачных встреч и всем пока-пока.